Денис Селиверстов, создатель команды Foodzone, произошел ребрендинг, теперь команда Abyss. Первый вопрос. Abyss. Видите, даже так. И первый вопрос, это какая-то аббревиатура или какое-то выдуманное слово, которое что-то означает? Это выдуманное слово, которое обязательно что-то обозначает. Мы расскажем об этом чуть позже. Надо следить за вашим инстаграмом и контактом, да? И вы там обо всем расскажете. Обязательно все расскажем, поделимся, очень интересно будет. Денис, противоречивые чувства после обновления состава, уверенная победа в прошлом туре и такое же уверенное поражение в этом туре. Что сегодня не хватило команде? Сегодня не хватило, ну, кадровые проблемы были, не хватило там ключевых игроков в атаке, также травмированные есть, которые сегодня, которые в том матче игрок тура феерил, да, у нас, а сегодня он, вчера он поломался на соседнем матче буквально. Вот, чуть не хватило еще того, что, видимо, в прошлом туре, ну, будем так говорить, что не заметили, грубо говоря, да? Команду ну, получилось ну, так, получилось да. так, да. Ну, так, это футбол. Это футбол, да. И в себя чуть поверили и вышли. И плюс еще мы следили за командой Донбасс, то есть просматривали матчи, делали какой-то анализ, но команда чуть другая сегодня вышла, там небольшой хоккей был продемонстрирован, да, там пятерки, целыми пятерками менялись ребята, они уставали, в то время как у нас там одна замена, и, ну, очень тяжело, ребята все подвыдохлись, а там, то есть, наоборот, постоянно живая команда, они постоянно бегают, ну, тяжело, тяжело противостоять молодости и скорости, я не знаю, и здоровье. Ну, на самом деле, для Донбасса это такой небольшой нонсенс, что у них только много замен было. Обычно у них тоже впритык одна-две замены. Да. Игра Донбасса в прошлом туре с Мирчанским, она отличается вообще в корне от сегодняшней игры, поэтому... Ну, будем откровенны, Мирчанская совсем другая команда пока по уровню игры, по сыгранности, да, поэтому... Денис, что дальше, какие планы у команды? Планы большие, грандиозные, то есть, ну, строить коллектив заново, то есть у нас есть какая-то да, заготовка, то есть у нас есть люди, есть коллектив, а дальше это будет интересно, будут просмотры, будут новые игроки, постоянное обновление, что-то где-то усиление, и будут тренировки, и очень-очень много всего интересного. Главное, чтобы заготовки превратились в футболистов. Давай, удачи вам.